Всем привет, только пришел домой, две посылки приехали, с одной посылкой пока проблемы, там все на таможне, с какой не буду рассказывать, когда уже приеду, тогда уже все покажу, или когда назад отправят, фиг его знает. Сейчас очень еще жду интересных австралиек. Компонатус, один компонатус австралийский макулатус, второй цвет красный компонатус, такой как Сансабианус или К02. Ну что ж, смотрим. Первая посылка — это Бельгия, вторая — Германия. С Бельгии вот такая фигня, даже открывать не нужно. Взяли, открыли, посмотрели. Что там передают, я даже не знаю. И у нас здесь лесные муравьи. Слушайте, он с фанатизмом дал. Муравьев-то дал, а королев... Формика протенсис, бельгийская, по идее. Я-то сказал три королевы, но я имел в виду три королевы, я думал, вместе. А то он мне с фото скидывал вместе. Не знаю, что-то королеву даже не вижу. Королева, а ты где? А, есть. Одна есть. Вторая где? Вторая есть. И третья где-то там. Так, это у нас приехали протенсисы. Формика протенсисы. Я давно хотел лесных муравьев. А какая... Я не знаю, как мне нравится вот эта улыбка. Я их считаю самыми умными европейскими муравьями. Так, все, у нас... Я их еще называю как европейские листорезы. И посылка от Рены. От Рены, Рены, Рены. Так, здесь у нас бразильянки. Я как-то Рены недавно писал. Слушай, хочу пульвополус. У меня-то был пульвополус. И если вы старые видео посмотрите... то до меня два раза приезжали пульвополосы, но что-то не заладилось. Ну как не заладилось, я их то отправил одну в Россию, другую в Америку. А не заладилось, потому что я еще себе хотел, а не было, сказал. Уже на следующий год специально для меня возьмет, на следующий год нифига не было. Потом снова через год, нифига, я уже в этом году думал, а вдруг, я так понял, тоже нифига. Так, у нас здесь бразильянки. Должны быть 4 сосиски, это как докторская колбаса, огромная. Так, главное, чтоб меня никто не укусил. Меня кусать можно, когда я планирую, а не когда я... не планирую. Так, здесь у нас, по идее, 3 руфиписа, только подписанные как компонатус бразильянус, и 1 эктотома опацивентры. Так, здесь у нас руфипис, главный пишет компонатус бразильянус, но это руфипис, это настоящий руфипис, видите, красные лапки. У бразильянуса черные лапки. Следующий. Так, здесь у нас эктотома. Колония. Королева машет усиком. Может, ее с летней партой познакомить.
а? Самая большая эктотома. И рабочий есть. И какая-то какашка там есть. Ладно, потом переселю, посмотрю. Так, это эктотома, это мое. Смотрим дальше. Хотя я вот думаю, кого завтра Лигниперду отправить на арену. Хастатус, может, может не Апанера, может какого-то из кампов. Не Кабаренцис, это, я думаю, из Челенезис. Ай, позвонили с Милана, непонятно. Так, здесь у нас бразильянка, все отлично. Какая бразильянка? Руфипес. Просто пишет бразильянус. Это Руфипес. Все нормально. И третья Руфипес. Третья Руфипес. Все отлично. Колония. Свежие, затопленные, немного затопленные, но свежие. Ну, на этом будем заканчивать. Вот такие пироги.